Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня у нас 20 мая 2022 года. Зацвела первая белая акация. Еще цветут одуванчики. Там еще на заднем фоне можно видеть, цветет каштан конский. Ай, как пахнет аромат. Ну и первая белая акация зацвела. Прошло два дня хорошие, очень сильные прошли дожди. Все мокро. Техникой прошли. Очень хорошие дожди. Позавчера, по-моему, утром полдня, в общем, лупил ливень очень хороший. Прям такой. Земля вся мокрая. Пропиталась влагой. Ну, пчелки работают. Не зря я магазинчик докинул. Потому что там некуда уже было собирать акацию. Ну, пару дней посидели. Пчелы практически так летали, но слабо летали. В основном такую водичку там для расплода брали и пыльцу носили. Холодно было пару дней. Сейчас вот потеплело, 22 градуса тепла. После дождичка идет такая припарочка. Как раз идеально для выделения нектара акации. И идет вот такая вот работа хорошая. Несут пыльцу, можно видеть. Хотя это семья конкретно, она заходила в роевое. Пыталась отроиться, и матка потерялась у нее. При попытке роения меня дома не было, матка потерялась. Там открытого расплода вообще нет. Тем не менее, они продолжают нести пыльцу. И работают, как будто матка у них как бы есть. Хотя там где-то вот только должен лупиться маточник. Ставил я им один маточник. Должен лупиться. Вот в семье есть такие пчелы черные. Непонятно, то ли это старые пчелы, то ли лысые. Непонятно вообще. Кто-то говорит, это генетическая какая-то болезнь у семьи. Ну, возможно, кто его знает. Тем не менее, семья хорошая, сильная. Мед собирает. Но вот есть у нее такие вот пчелы. Можно видеть. Видно будет, темные пчелы есть, лысые. Вот их тут под мор выбрасывают через время. Они отходят. То ли это старые пчелы, то ли это какая-то генетическая у нее эта болезнь. Не знаю, но насилие этой семьи, оно никак не сказывается. На медоносности тоже не сказывается. Мед молотят они, набили там уже битком все. Килограмм 20 майского меда в ней уже есть. Точно в этой семье. Так вот работает она. Без матки. Противороевый прием ей сделал, струсил пчелу, маточники выломал, оставил один маточник. Еще взял по две рамочки, дернул, в общем, два облетничка сделал с этими матками, ну, с маточниками от этой семьи. Резервное сделал два облеточника, облетка, облеточника это, чтобы облетывались. Получается, забрал отсюда две рамки еще расплода и четыре рамки пчелы. Потому что поставил в облетнике рамку с расплодом с маточниками и кормовую. В общем, получается еще четыре рамки пчелы и две рамки расплода еще и забрал от этой семьи. И она имеет нормальную такую силу. Работает.
носит мед и пыльцу таскает разноцветно. Всем пока!